Итак, друзья, оказывается, что любой человек может стать партнером Озона. Откройте пункт выдачи Озон в своем городе быстро и с минимальными затратами. А мы обеспечим стабильный приток клиентов и поддержку на всех этапах развития вашего бизнеса. А, значит, 21 год в онлайн-продажах, 150 новых пунктов каждую неделю, 1,8 открытых пунктов на одного партнера, 150 тысяч новых заказов ежедневно. Почему? У нас выбирают экономно, взнос 0 рублей. Найдите помещение и открывайте. Никаких стартовых взносов и роялити. Быстрый срок запуска 14 дней. Доступны инвестиции от 80 тысяч рублей. Инвестируйте только в ремонт и мебель. И мы предоставим бренд, материалы и вывеску. Просто всего 3 операции. Принимайте товары на склад, выдавайте заказы клиентам и оформляйте возвраты. Гибко, дополнительный доход 30 тысяч. Работайте с другими логистическими операторами, получайте дополнительный доход. Ну и 5 причин открыть пункт выдачи Озон. Кстати, вот тут ссылка прямо, подать заявку прямо сейчас. Это стремительный рост онлайн-покупок в стране, что действительно правда. Второе, это высокая узнаваемость бренда и активное развитие компании. Третье, большое количество подходящих мест для точек с низкой арендной ставкой. Четыре, это возможность открыть несколько пунктов выдачи. Охранная зона вокруг каждого пункта. 5. Высокий пассивный доход, заработок выше, чем от банковских депозитов. Ну и, друзья, тут еще есть и... Сейчас многие мечтают открыть свой бизнес или думают о пассивном доходе. Но как найти незанятую нишу на рынке? Как не прогореть? Как сделать первый шаг к своей мечте? Давайте представим, что у вас есть накопление в размере 100-200 тысяч рублей. Вы хотите приумножить свой капитал, но использовать накопление с умом. Какие есть варианты? Вложить накопление в банк. Но на накопление могут повлиять инфляция или дефолт. Может быть, открыть салон цветов, парикмахерскую, кофейню. Что делать? Решение есть. Открыть пункт выдачи заказов Озон. В Marketplace Озон можно купить все, от карандаша до автомобиля. Ежедневно на сайте совершается более 180 тысяч заказов, которые Озон бережно везет в пункты выдачи, откуда их забирают счастливые покупатели. Пункт выдачи заказов Озон – одна из самых выгодных и простых франшиз в России. Судите сами. Нет стартовых взносов или роялти. Первые 3 месяца работы партнеры получают двойную комиссию от оборота пункта. Просто найдите и согласуйте помещение, подпишите договор и запускайтесь. Стартовые инвестиции от 80 тысяч рублей. Инвестируйте только в ремонт и мебель, а вывеску и бренд-материалы предоставит Озон. Для работы пункта нужно всего 2 действия. Принимайте товары на пункт и отдавайте заказы клиентам. Мы поможем вам запустить бизнес вашей мечты. Подскажем вам, где лучше открыться, и спрогнозируем выручку. Рядом с вами не откроются другие пункты Озон. Поможем привести трафик в ваш пункт выдачи. Обучим персонал, чтобы оказывать лучший сервис для покупателей. Хотите большего? Масштабируйтесь. Открыть свой бизнес проще, чем кажется. Свяжитесь с нами или оставьте заявку на сайте. Ну вот и выбирайте свой пакет. Либо максимум бренда, либо точка роста. Значит, максимум бренд — это 4,4 от оборотов в точке, 4,4%, или 8,8 оборота в первые 3 месяца. Требования к помещениям: площадь от 30 квадратных метров, площадь клиентской зоны от 10 квадратных метров, высота потолков клиента от 2,5, примерочное с удобным освещением, зеркало, коврик, пуф, ложка для обуви, крючки для вещей, стол проверки заказов с розетками, возможность размещения на складе любых объемов заказа, бренд пункта выдачи заказ, ремонт и ресепшн по бренд с стандартом Озон. Мы предоставим объемную вывеску для фасада, фирменное оформление стен. Мы предоставим логотип и трафаретные надписи. Вот. Ну и вот так выглядят наши, ну, пункты, точнее, их пункты Озон. Вот так вот. Ну, я думаю, что вы сами видели эти пункты, их размещают в разных местах. Выдаем заем, сумма от 50 до 100 тысяч рублей, финансовая поддержка, сумма от 60 до 120 тысяч
не нужно возвращать Озон. Сумма выдается тремя равными долями в течение 3 месяцев после открытия точки. Обязательно заключите трехсторонний договор, калькулятор дохода, ну и ваше вознаграждение, ваша прибыль. Ну вот количество точек, допустим, одна, максимум бренда, стоимость аренды, я не знаю. Тут можно просто еще и калькулятор дохода, товарооборот точки. Ну, я не знаю, тут какой будет товарооборот. Фонд оплаты труда 50 тысяч тут, друзья. Ну, я думаю, в нашем городе будет поменьше. Прочие расходы. И вот, видите, калькулятор все выдает дополнительный доход. Друзья, потом окажут одежку, поможем выбрать локацию, ну и так далее. Это уже было. Хорошее место, хорошее настроение, много бренда. Друзья, короче, ссылка будет в описании. Всего доброго, всем пока, до свидания.